Еще трое участников акции протеста «На свободе». Сегодня Шевченковский районный суд столицы закрыл уголовное производство против Ярослава Притуленко, Сергея Нужненко и Владимира Кадуры. Их задержали, напомню, 1 декабря во время столкновений на улице Банковой. Из-под ареста Притуленко, Нужненко и Кадуру отпустили по закону о недопущении преследования участников мирных собраний. Напомню, правки в этот документ парламент внес 16 января.